Вот. И ну что ж, и вот здесь еще спрашивают Олег из Англии, судя по всему. Интересно ваше мнение о том, что такое сны, которые мы видим? Спрашивают у Светланы, которая мало спит. Ну, ребят, я уже в сон в такой, чтобы в сон уйти, я уже давно не проваливаюсь в сон. У меня нет сна, который длится по несколько часов. У меня, как правило, если я и подсыпаю, то он идет такой вот очень короткий, что я не успеваю упасть вот в это вот глубокое состояние со сновидениями. Поэтому я как-то все время в этой реальности. Поэтому я не могу вам ответить на этот вопрос, что такое сон. Вот, раньше бы, наверное, ответила, сейчас мне эта тема пока не интересна. Может быть, что-то изменится, и я вам тогда буду рассказывать.